Новая страна. Мы в Копенгагене. Короче, билет на 48 часов обошелся чуть больше, чем 20 евро. Покупается очень легко в автомате. Прямо в аэропорту можно купить. Действует практически на всем транспорте в городе. Так, Королевская площадь города Копенгаген, столицы Дании. Выглядит она, конечно, тоже по-королевски, так помпезно. И такие прям красивые здесь здания находятся, видно, что... Тут есть посольство Франции и какие-то такие, короче, супердорогие отели тут же. И, может быть, даже опера. Очень-очень похожа на оперу. Прекрасная погода, светит солнце, чуть-чуть дует ветерочек, но, в принципе, оно прям вот... Конечно, нашей первой точкой... Такой туристической станет именно Нью-Хафен, искусственный канал, который был проведен именно по прихоти короля, потому что ему сильно было лень ходить на набережную пешком, и он сказал выкопать ему канал. И теперь этот канал пользуется очень сильным спросом у туристов. Лодочки есть экскурсионные. Красота красотой, но, как говорится, завтрак по расписанию. Вот такую вот красивую вафлю мы нашли. Это прям вот фишечка такая нью-хафенская. Ну и вот с кофе эта штука обошлась в 16 евро. Ну, как бы, много-мало, судите сами. Самый центр города. Короче, это вот оно. Для всех, кому интересно, где продаются эти вафельки, это вот тут, прям. Это буквально в самом начале... набережной. Насиделись. Время стало 11 утра. Мы так прям посидели хорошо. Ну, надо же дальше идти двигаться, да? Город сам себе не посмотрит. Так что мы, короче, двигаемся дальше. Есть королевская семья. Какую правящую силу они занимают именно вот в
парламенте, или как правильно, да, сказать, вот политически, я не знаю точно, но тут прям, ну вот, чтят, короче, королеву, королевскую семью, и мы сейчас вот находимся на площади, где прям ходит караул такой, и прям очень красиво в 12 часов происходит смена караула, мы, к сожалению, ждать не можем. Но так тут прям вот помпезно, красиво, прям так, ну прям по-королевски, короче, здесь все. The Skaggy Rack can sail down the Cattigat through the harbor and up to the quay, and there she stands waiting for me with a welcome so warm and so gay. Wonderful, wonderful Copenhagen. Copenhagen, friendly old girl of the town. Neath her tavern light on this merry night, let us drink and drink one glass to wonderful, wonderful Copenhagen, salty old queen of the sea. Once I sailed away, but I'm home today, singing Copenhagen, wonderful world. Города, буквально 5 минут от центра-центра, от королевского палаца, так скажем, вот такие вот стоят обычные жилые дома. Очень прилично, я бы сказала, выглядит. Интересно было бы посмотреть, что там внутри, но так оно прям как-то так атмосферненько. Вот такой вот Копенгаген в середине апреля. Уже прям хочет-хочет расцветать, скоро будет. Но солнечно вообще, буквально ни одного облачка на небе, тепленько. Мы пришли к памятнику самого известного сказочника всех наших детских воспоминаний, так скажем, наших детских лет. Это, конечно, Андерсен, который тут родился, вырос, писал, короче, творил и все так далее. И тут же находится один из боргов города, один из, как, замков, так скажем. Называется Розенборг. Мы к нему тоже сейчас дойдем. Бродили, прошли этот военный объект, как оказалось, этот Розенбург, там даже дроном нельзя сверху снимать, и пришли мы к ботаническому саду. Но пришли не просто так на Монголии посмотреть, а пришли мы с одной целью, сейчас вы узнаете, с какой. Показатель того, что Копенгагенск очень недешевый город. Чтобы попасть в
тропики, скажем так, надо заплатить 8 евро. Нам, в принципе, все эти пальмы как бы не сильно-то интересны. Мы хотели попасть на там красивая такая среди пальм, винтовая белая лестница такая кованая, очень красивая. Мы хотели туда зайти. Но что-то как-то за 8 евро мы передумали. Вот и все. Площадок на церквях, на разных, короче, возвышенностях. И это вот башня, одна из знаменитых таких туристических смотровых. Вход на нее стоит 5 евро. Интересно она тем, что она винтовая, но в ней нет ступенек. И если я не ошибаюсь, то это единственная башня в Европе, у которой нет ступенек. То есть, ну, вот так вот выглядит башня это изнутри. Для всех любителей, точнее, не любителей ступенек, короче, кому сложно по ступенькам, то вот, пожалуйста. Но есть один лайфхак. Тут есть еще одна смотровая, бесплатная, и причем она даже с лифтом, и тоже она находится в центре города. Мы сейчас идем быстренько покушаем, и потом отправимся смотреть все-таки, смотреть смотровую. Рыночек, где можно купить еду и покушать ее. Есть столики, кафешечки. Вообще мы сюда шли с целью попробовать, как я его называю, сумасброд. Сморьеброд называется, если прямо чисто. То, короче, просто кусок хлеба, на который сверху накидывают все, что можно накидать. Очень популярно в Копенгагенске. Место находится прямо возле выхода из метро. Очень удобно тем, кто перемещается на транспорте городском. Название метро, правда, я не знаю. Название метро No Report. Но я не гарантирую, что это правильное произношение, потому что тут вообще очень странно пишутся слова и произносятся тоже. Очень много букв проглатываются просто. Вот. Ну, короче, за этот сумасброд. В зависимости от начинки, ну вот я за свою отдала с авокадо и с креветками 14 евро. Просто за кусочек хлеба с зернышками, на котором лежали креветки,
и авокадо. Ну, как бы не попробовать я тоже не могла, охота была. Это все-таки такое традиционное, так скажем, блюдо. Если вы хотите наесться, прям вот покушать и наесться, то это, ну, это не то. Очень вот в городе такие просторные улицы, проспекты, огромные площади. Видно, что тут королевская семья в городе живет. Вот в этом здании тут городской суд, что-то вот подобное здесь, в этом здании. Парламент, может быть, заседает, уже не помню точно. И сюда свободный вход, и можно бесплатно подняться на башню. Вот мы хотим посмотреть, правда это или нет. В принципе, ну как бы мы так и предполагали, что скорее всего здесь будет очередь, потому что это все-таки бесплатно. Ну вот нужно подождать чуть-чуть, и нас запустят, все работает, время почти 4, в 4 вот все еще работает. Стали, наверное, даже и минуты. Нас пропустили через сканер, все прям как в аэропорту. Мы снимали сумки, куртки. Короче, вот мы ехали на одном лифте, присели на другой. Едем дальше. Просто кайф. Вот эта башня, вход на которую стоит 5 евро, которую надо самим подниматься, она еще и ниже, а мы поднялись за бесплатно, выше, еще и на лифтах. Короче, датчане, просто, вы the best. Best of the best of the best. Тут как-то каждая башня особенно по-своему. Одна с короной сверху, другая закрученная, как карамелька. Другая просто идет вокруг башни, идет винтовая лестница. Другая, одна такая, другая такая. Короче, они все друг на друга не похожи. Башни, ну, нам привычные там шпили, да, немецкие там церкви. Здесь такого нет. То есть, вот башня с короной. Там просто такая ярусная башенка. Там вот такая башенка. Тут вон торчит за домом, где реконструкция, такая башенка, такая карамелька закрученная. Ну, короче, тут прям так все очень необычно взгляду. Королевская семья, естественно, есть Королевская площадь, Королевский проспект и, естественно, здесь Королевская библиотека. Это старинная библиотека Дании, национальное прям вот их достояние, и мы сейчас туда хотим попасть. Сама библиотека делится на новую ее часть и на старую. Мы вот сейчас подходим со старой ее части, и вроде тут как бы написано, что нету входа, типа заходите спереди, с новой. Ну, сейчас попробуем. Время сколько?
полпятого. Есть вероятность, что она уже закрыта. Но посмотрим. Вот современная часть библиотеки. Новый вход. Совершенно неожиданно нам предложили вид. О, боже мой. Ребята, датчане, ну типа просто, ребят, у меня аж слезы. Ну как бы такое бывает редко, но метко. Это, короче, просто кайф. Студентам только, короче, свобода действий. Учись, сиди, не хочу. А я не хочу, и поэтому, и, типа, посмотрел и вышел. Все. Отдохнув в нашем хостеле, мы решили отправиться на остров уличной еды. Встретим там закат, скорее всего. Должно быть что-то интересное. Короче, идем на разведку. Короче, от хостела автобус нас привез в какую-то промышленную зону. Тут, ну, прям вообще не симпатично. Сейчас все надежды на то, что там будет симпатично. Ну такое, как бы, ладно. Короче, мы планировали здесь провести закат, но что-то... Мурашечки по коже идут.
Блин, все, мне уже нравится. Так. Прикольно. В итоге оказалось. Обошлось это в 17-18 евро. Короче, коробка кальмаров с картошкой фри. Прекрасным видом на город. Закат. Музычка со всех сторон. Душа поет. Короче, мы кайфуем. Тут вот просто кайфуем. Холодно очень, но мы кайфуем. Начинается у нас второй день пребывания в Копенгагене. Мы решили этот день использовать на полную катушку. Времени у нас, кстати, не так много, потому что вылет 6 вечера уже. И, короче, мы решили использовать наши проездные и покататься по разным городским таким точкам, которые пешком ты не обойдешь сам. Так что сегодня мы сразу приехали в прикольное такое место. Тоже это военный объект. Здесь тоже нельзя летать дроном. Как-то тут территория так отделена водой в виде пятиконечной звезды. Если, конечно, сверху смотреть, да и на карте тоже видно, что вот просто, ну, отдельно звезда лежит. Очень прикольно.
из-за того, что тут она так вырезана в форме звезды и нет мостиков, то, короче, занимает много времени, чтобы каждый вот этот угол обойти. И вот если вчера ветра сильного не было, то сегодня он есть. И сегодня хотя бы один из плюсов, наверное. И это, наверное, единственное, что помогает наслаждаться ветром, это то, что он развивает флаги красиво. Совершить полет на самолете, который взлетает и садится с воды. Стоит такое удовольствие 95 евро, практически 100 евро. В воздухе ты находишься максимум 15 минут, тебя самолетик поднимает на 500 метров, показывает тебе город и сажается обратно. Ну, как бы билеты в Копенгаген и обратно у нас обошлись там в 40-50 евро с человека в две стороны. А тут стоит 100 евро покататься всего лишь 15 минут. Но это, короче, эмоции, это что-то новое. И мы решили прям вот стопудово мы должны это сделать. Короче, вот мы пришли к этой русалочке. Ну вот она сидит, типа, и все. Ничего примечательного в ней нет, маленькая. Ну, кто вырос, конечно, на этих сказках, тому, наверное, она что-то значит. Такое. То мы, короче, пока ждем посадку на наши самолетики. Мы вот, вон, кстати, самолетики стоят. Мы пока ждали посадку, вот прошли по набережной курсалочки посмотреть на нее. И, в принципе, уже можно потихонечку чухать назад. Короче, вот, все. Этот день настал. Мы летим на самолете, который будет садиться на воду на Копенгагена. Меня уже укачивает. Надо же идти.
особенно когда они начали специально нас вот так вот, как на американских горках, катать. Короче, ну, я не жалею. Не жалею вообще, совсем. Мы сейчас отправимся на другой берег. Ever coming for Tannister? That big, big thing on the up, coming to a kickin'er. That low, four speed, on a day and never tight. Mean to kick hit his stove off a body that you build a big. Copenhagen dreaming. Ну что, город-государство. Христиане. Мы туда приехали, снимать там нельзя, поэтому вот как бы чуть-чуть здесь и... Sunny bar, at der stjerne her i nætterne hvor jeg bor. Mit blik søger kun mod lyset fra det høje nord. Copenhagen dreaming, Copenhagen time, Copenhagen dreaming, Copenhagen time. Короче, максимум, который я отсюда взяла, это стаканчик. Короче, мы приехали в такой скейт-парк. Так вот, ничего особенного тут нету, кроме того, что тут такой интересный просто принт на асфальте, что придает такую сверху особенно вид дрона, такую необычную геометрию. Такое, короче, молодежное место для тусовки. Вернулись опять в ту точку, с которой начинали это путешествие, Королевская площадь. Тут мы покушали быстренько в Макдональдсе и отправляемся уже в аэропорт. Такое вот у нас получилось коротенькое, но очень насыщенное и интересное путешествие. Thank you.